Алло, ребят, всем привет! Сейчас просто нереально срочные новости. Знаете что? Сейчас был техперерыв. И знаете, вы же видели баг, у меня был в прошлом видео, я показывал, как я баганул игру. То, что я воспользовался багом, то, что я получил все награды на пути к славе опять и получил бесплатную Лего этой ворон. И понимаете, и сейчас... Ребята, понимаете, и тем, кто не успел заюзать этот баг, точнее, или просто, типа, не смог, те выдадут компенсацию за то, что другие... Как вы видели в прошлом ролике, я заюзал этот баг и получил бесплатную Лего. И сейчас я захожу в магазин, компенсация! Просто бесплатная компенсация. И еще плюс монеты. Просто... Я не понимаю, компенсацию мне дали... Но я заюзал этот баг, то есть ее даже сам геймлидер Фрэнк писал, то что ее выдадут только тем, кто не использовал этот баг. То есть на мой аккаунт что ли забили? Просто посмотрите, сколько всего. Давайте с вами получать просто 200 монет, это у нас 4000 монет просто залетают на наш аккаунт. 1100 очков силы, это прям, ребята, не знаю... Суперселл просто на мой аккаунт забивают вечно. Из 1100 кредитов. Просто я уже половину спайка еще. Я... Это жесть просто. Я просто в афиге, ребята. Вы можете прямо сейчас пойти на мой канал и посмотреть мое предыдущее видео, где я это все получал и заюзал этот баг. Я это все получал. То есть реально, вы можете... Это реально там будут доказательства, то, что я получил... все эти награды с бага, но мне почему-то выдали еще компенсацию. Я сейчас просто не знаю.